ты сегодня заканчиваешь свой путь. Ученические балы для тебя закончены. И у нас раунд между Фантой и между Настей. Народ, это финал, дайте нам. Нет, все хорошо, просто для поддержки. Просто для поддержки. Дайте энергию, дайте шума. Настя. Финальный баттл, рокинга. Ну что, посмотрим. Решили ли судьи, кто из девчонок сегодня побеждает? Или они еще в замешательстве? Предлагаю, как всегда, отчет до 10. Готовы? Да! Не готовы? Готовы? Да! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это пункт! Настя побеждает! Настя, спасибо! Не уходи! Ты же не просто так, и вот второе место почетное. Еще сейчас всем призы, всем плюшки, первому месту плюшки, второму держи грамоту, держи сладости, чтобы восстанавливать силы и энергию после тренировок. Ты умничка и молодец, круто. И наше первое место, Фанта! Хочется пожелать Логинг и Логинг-танцорам, фан-танцорам. Ребята, я многих из вас вижу, вы не первый год в теме. Погружайтесь больше в танцевальную культуру, погружайтесь больше в эту движуху. Больше узнавайте, чтобы ваши тусы всегда были зажигательные. Чтобы не приходилось постоянно MC вас поднимать, вас раскачивать.
Будьте настоящими представителями хип-хоп культуры, танцевальной культуры, фанк-культуры. Ведь же фанк — это танцевать так, чтобы вспотеть до седьмого пота. Вы должны прям быть такими зажигалочками. И я всем вам этого желаю. Развивайтесь, всем мир, похлопаем!